едем из аэропорта Анталии. О, самолет идет на посадку. Красота. Дороги, конечно, превосходные в Анталии. Да и вообще в Турции дороги очень классные. Лучше, чем у нас в России. О, красавец. Справа смотри, парк. Ага, красиво. Постоянно улучшают. Каждый год что-то новое. Наводят красоту. Лоск и блеск. А потому что мы первые не так. Наверное. Едем в Mall of Antalya, типа аутлет. В принципе, уже подъезжали. Вот они. Сейчас уже будут. Хорошая небольшая облачность, но жарко. Вот всего показывает 26 градусов, но по ощущениям все 30, можно сказать. Ну вот мы и подъехали в Mall of Antalya. И Deepa Outlet вот там. Наши любимые торговые центры. Итак, Deepa Outlet. Здесь марки Max Mara, Sport Max, Weekend, Max & Co, Marina Rinaldi, Витрина, Чезаре, Почетти, Фурла. Вот такие сумки, туфли и хорошие скидки на все это. Женские фурла натуральные брендовые сумки. Обувь женская. Мужская. Так, это у нас 445 лир. Чезаре Почетти. Платье Max Mara, Max & Co. Аня, ты что-то выбрала? Вот это. Красивое. А есть больше? Что-то как-то так смотрю, вроде кажется, что не маленький. Красивое. Ну, странное платье. Красивое. Давай, платье. Это Sport Max. Sport Max. А стоимость? Не важно. Стоимость... 195 турецких лир. Мужские купальные шорты. Женские купальники. Различная бижутерия.
собачка красивая. Это я. Всем привет. Ну, вообще нас мне тогда заказали, вы уже уехали. Юбка Морелла. Разверните, покажите. Вот, красивая. Сумки Фурла. Красивая сумочка. И стоимость ее 1440 лир со скидкой. Была 2400. Тысяча 195. Была 2395 турецких лир. Не надо ими. Подожди. Покажи брюки. Что за брюки? Ну надо их померить. Покажи ближе. Не, на желтое что-то сюда. Давайте. 435. Подожди, не верю. 435 турецких лир были 1900. Желтые или синие? Макс энд Ко. Желтый комар синий. Купальники женские. Сумка ГУМ, если я правильно читаю. Фурла. Опять Фурла. Такие вот топики или что-то такое. Спортмакс. Цена. £555 было 1135 лир. Макс энд Ко. Макс энд Ко. 295 лир. Было 709 лир. Так, ничего смотрится. Макс энд Ко опять. Сколько стоит? 395 лир, был 939 лир. Я еще на манекене не посмотрю. Ну, красиво. Красиво? Красиво. Ну-ка, повернись. Ты такая прямо цыганка. Аза, или как там? Ну, вот у меня аналогичное синее платье. Вот да. Прям. Такое же плотное. Красивое. Ну, цвет красивый. Угу. Да, да, красиво. Повращайся. Ну, не знаю. Поверни спиной. Оно не стягивает? Смотри. Нет. Давай. А вот из этой коллекции оп, что нет. Еще есть? Где вы? Из этой коллекции что еще есть? А вот это брюки, по-моему. Женские купальники.
разные. Отдел Adjustium. Здесь Лакост, Наутика. Скидки до 60% у Лакост. Так, ну что-то пока я ничего интересного особо не вижу. Наутика, футболки. Шорты. Но мне они не нравятся. Какие шорты? Просто шорты. Тебе нравится? Мне нет. Тут шорты. Вот, тихо. Там Кирюша ездит, пьет водичку, да? Ай, молодец. Скидки до 60%. Жилеты. Тебе нравится? Мне не нравится, рубашка все это, в принципе. Но мне расцветка не нравится. Такая застиранность мне не нравится. Вот это вот еще более-менее, она свежая, свежий цвет. Ну-ка, достань ее. Но вот это ничего так выглядит. Дальше. Обувь Лакост. Ну что-то все такое демисезонное. Сумки Лакост. Рюкзак. Женская обувь. А вот, подожди, может быть маме вот здесь что-то понравится? Нет? Ну ладно. Томми Хилфигер. Скидки до 20%. Пока не сильная распродажа, небольшая. Шорты, шорты, шорты.
что? Ну, померяем. Но они все укорочены, длинных-то нет. Все такие. Еще куда. Тут нет рубашек светового. Ну там светит. Есть ксевого, все. В смысле, не смотрю. Брюки. Джинсы. Мужские. Детские. Да. Еду. Еду. Померяю. Ну, померяю. Сумки. Фу-фу-фу. Платья, сумки, портмоне, носки, мужские и рюкзак. Пёсик-барбосик кушает мясо. Давай еще кидаем. Вот он. На. Ой, ты хороший. Аня, он выплевывает. Кирилл? Кирилл. Прекрасный отдел в магазине Молла Фанталия луком. Очень вкусные готовят. Различные пахлаву, баклаву и иные турецкие сладости. Все очень свежее и вкусное. Давай, что возьмем? Давай вот возьмем. Нет, я хочу баклаву поесть. Ну хорошо, давай ее возьмем. А возьмем какие-то орешки. А смотри, вон какие. А вот с изюмом там ты или что такое? Да, я сниму все, покажу. Вот эту одну палочку. Очень вкусно. Ты попробовал? Вот эту попробовал. С фисташками берем. С фисташками? Да, вот эту вот одну мы девушку. Здравствуйте. Вы пробовали? Ну, я вот с орешками, с фундуком, как-то мы покупали, она вкусная. Хорошо. Мы у вас в декабре тут ели. Нет, в декабре мы у вас тут были. Вкусно очень. Различные карамель. Все мои свежайшие, мои вкуснейшие. Готовится прямо здесь и сейчас. Аня, иди тут посмотри. Ты еще все не посмотрела, уже берешь. Откуда сразу? Смотри, какие штучки всякие вкусные. Гранатовый мой любимый. Где гранатовый? А вот смотри, вот это с фисташками тоже. Я не хочу, мы уже взяли с фисташками. Так это прямо тут одна фисташка. Смотри, какие штучки вкусные. Ну, я хочу, Аня, пахлавы, баклавы. Дрожжи различные.
цены видны. 7, 5, 7, 7, 7. Турецкий кофе. Здравствуйте, мираба. Все очень вкусно так у вас. Финики такие большие. Хорошо. Сейчас, сейчас. Смотри, какие финики крупные. Вот подожди, бахлаву я хочу. А что-то у них бахлавы-то нет, что ли? А, вот она. Вот она, вкусняшечка. Вкусная бахлава. Вот.